Здравствуйте. Вот сегодня у нас небольшой обзор рухляди, которые никак не связаны с техникой. Вот разбирая сарайчик, я нашел три столика, которые декорированы сверху керамической плиткой. Ну, вот они, эти столики. Значит, самый маленький столик, значит, средний столик и внизу самый большой столик. Ну, у меня тут место не очень позволяет показать все. Примерно это выглядит вот так. Значит, обратите внимание, конечно же, что картинки повторяющиеся, но в разных размерах. Вот у нас две мельницы маленькие, две мельницы больших. Вот у нас две дороги маленькие и дорога большая. Ну и так далее. Значит, конечно же, вот состояние дерева не очень. Моя жена использовала эти столики некоторое время как подставки для цветов. И они с самого начала-то были такой в среднем состоянии. А со временем вот эта вот часть, и вода попадала, дерево, оно немножко выцвело. Конечно же, для придания им хорошего вида тут, конечно, надо зашкурить, покрасить. Но я пока решил этого не делать. Они просто хранятся в сарае сейчас, и я при разборке их нашел. Значит, что можно сказать? Я не могу сказать, насколько они антикварные. Антикварные они, не антикварные. Сколько им лет, где их происхождение. Ну, могу предположить, что это может быть Голландия, а может быть и нет. Вот, мы их купили достаточно давно. Наверное, во Франции, я так думаю. Ну, мне кажется, что это не французский, скорее, может быть, действительно голландский. Но еще к этим столикам, естественно, есть ножки. Я не все стал распаковывать. Это средние ножки, средний размер. Это большие ножки. И вот это я распаковал маленькие ножки. Они все одинаковые по дизайну. Вот, сейчас мы возьмем маленький столик и туда это дело все крутим. Вот. Так, просто для разнообразия. Я знаю, что сейчас очень много производится столов, которые декорированы керамической плиткой сверху современных, поэтому никак не могу дать никаких гарантий о том, когда были конкретно выпущены эти столы, потому что современные столы современного производства, ну, наверное, очень трудно отличить от старых столов. Хотя, насколько я знаю, насколько говорил мне мой французский приятель, это он предполагает, что это, наверное, где-то может быть первая половина 20 века. Но я вот привинтил сюда ножки. Значит, в принципе, все столы ставятся один под другой. Они вот так один на другой ставятся. Вот ножки разной длины. То есть сверху ставится этот, и все задвигается вместе. Предназначение этих столиков я не могу сказать. Некоторые называют их чайными столиками, некоторые называют просто столиками декоративными. Но я бы склонился, что это скорее декоративное украшение, которое можно использовать где-нибудь в гостиной, столовой, на кухне. Надо сказать, что у моего приятеля есть тоже такие три столика, только китайского производства, которые инкрустированы перламутром, черного цвета, инкрустированы перламутром с какой-то там китайской вязью. Ну, это тоже, насколько я знаю, они производились где-то, даже не знаю где, боюсь соврать, не буду говорить. Ну вот, наверное, как бы все про эти столики. Вот. Если кто-нибудь осмелится предположить, когда эти столики были сделаны, какой это стиль,
Вот. И предположительно, из какой страны они происходят, пишите, я буду очень благодарен. Мне лично даже интересно. Хотя никакого сейчас реально утилитарного значения эти столики у нас не имеют. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Хорошего дня и приятного летнего отдыха.